теперь уже все. Я понимаю вас, мы сейчас говорим, да, данный пикет. Извините, вы просто... Я не должен стоять, я не должен находиться. Там это было группой сделано, лиц, да, правильно? Здесь пришел каждый сам от себя. Это разные вещи. Я увидел в Инстаграме, я пришел. У меня нет, допустим, никакого старшего, как говорить. Я пришел от себя. Поэтому я высказал свою точку зрения. И не должен на 50 метров отходить от вашего следственного комитета. Вы в настоящий момент находитесь с группой граждан. Вы сейчас со мной разговариваете по одному и тому же поводу, правильно? Соответственно, у вас получается массовость, правильно? У вас не одиночное пикетирование. Стоит один плакат, стоит другой плакат. Рядом. Насколько это все абсурдно на самом деле, вот честно. Я не понимаю, это вообще абсурд. Вы точно так же можете сейчас просто написать письмо у нас президенту, да, что у нас законы нехорошие. Вы имеете на это право. Но опять-таки решение закона, это законы. Тут их как бы нарушать нельзя. Я уже поняла, что вы у нас конкретно уже раз, два, три человека, которые сейчас поедут с нами в отдел полиции. Правильно? Потому что вы сейчас нарушаете. Доставление административного протокола. Опять-таки нарушение административного законодательства. Проведение несанкционированного пикета. Можно пока вас не собрали пару слов. Мы же сами договорились, показывайте нам рамки, в которых...